Всем привет, с вами Лев, это новый летсплей на версию 1.18, Пещеры Скалы, часть 2. В принципе, давайте будем начинать. И, в принципе, вот так вот и выглядят новые скалы. Это на самом деле очень эпично выглядит. Я прям здесь заспавнился, самое прикольное. И, во-первых, это, ну, действительно, это выглядит очень прям жестко, необычно. И вот, в принципе, там уже, наверное, высота вообще уже ниже нуля, да. Если кто не знал, высота теперь у нас минус 64, да. Начнем с добычи дерева. В принципе, надо в этой серии подготовиться и спускаться только тогда, когда уже будут хотя бы первоначально какие-то инструменты. Потому что я хочу, чтобы был, во-первых, уголь, то есть было много факелов, потому что я уже несколько раз в других мирах пробовал, во-первых, начать выживание, да. Были проблемы в том, что не хватало угля, не хватало факелов, и, видимо, ниже нуля уже уголь вообще не спавнится, потому что я, ну, его найти не смог. Только железо немножечко, там, золото и так далее, да. Давайте, в принципе, добудем, наверное, еще одно дерево сейчас, да. Или давайте начнем делать сразу инструменты, вот таким вот образом, да. И окей. Я кнопку скрафтил. Отлично, вообще прекрасно. Ладно, сделаем кирку и начнем добывать камень. Как ни странно, ну, в принципе, начало стандартное. Но в любом случае, думаю, дальше будет интереснее. Потому что я собираюсь в этой серии уже туда спускаться. Просто сейчас я хочу, так сказать, начальный инструмент добыть. В принципе, как по стандарту. Кстати, уголь есть, железо есть. Прям здесь. Это очень, кстати, крутое, как бы, начало. В этом плане, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, щит у нас будет, как бы железная кирка, то есть можно сразу на глубину спускаться. Кстати, еда. Еда, это тоже, блин, проблема. Тоже сразу начинать без еды, как бы это... Ну, это глупо, да, потому что я сразу помру, блин, без еды. И надо, наверное, найти каких-то, я не знаю, коров, свиней, потому что... Ну, блин, с одним яблочком я долго явно не протяну. Да, ну или с гнилой плотью тоже не очень приятно, поэтому... Поэтому надо сейчас будет поискать. Ну да ладно, в принципе, я думаю, это будет не сильно большая проблема. Сейчас я просто добуду как можно больше дерева. Потому что там мы его вряд ли встретим. Хотя есть затеянные всякие шахты. Сейчас я сделаю кирку и щит. Вот, вот таким вот образом. Ой, таким образом не надо. Так, все, есть у нас кирка и щит. Самые такие главные вещи. Так, и что еще сделать? Наверное, я бы сделал древесный уголь. Фиг с ним, пусть делается, да. Есть у нас бревна. Сейчас бы я бы, наверное, бы вот что сделал. Сейчас бы я бы, наверное, бы все-таки бы добыл бы уголь, который здесь мы видим. И посмотрим вообще, что еще можно сделать. Но я говорю то, что проблема с едой. Да, ну спуск, конечно, блин, эпичный. Вот прям реально эпик. Прям реально, я такого не видел еще. В принципе, было бы еще бы круче, если бы они бы сделали бы одну часть. То есть одно бы обновление. А в итоге, по сути, даже на три части разделили это обновление. Все потому, что не добавили Вардена. Да. Это тоже как бы часть этого обновления, по сути. Так, ладно. Угля много. То есть мы, видимо, будем нормально там находиться, да. Но главное, чтобы было и дерево, и еда. Все, как бы дерево, уголь, еда. Все, самое главное. Так, у меня нету сейчас, получается, железа. Так, я это все забираю. Только еда осталась. То есть надо еду найти пока что. Дерева вроде пока хватает, но дерева я еще могу... добыть. Вот, кстати, саженцы тоже, в принципе, уже можно будет посадить в крайнем случае. Так, а вот у нас и овца. Кровать тоже, как бы, это неплохо. Блин, генерация, конечно, правда красивая. Вот я нашел, видимо, другой проход здесь. Еще куча угля, но уголь нам особо не надо, а вот железо бы я бы взял. Железо это всегда хорошо. В принципе, единственная сейчас проблема, это правда, это только еда. Я боюсь то, что если мы сейчас пойдем без еды, это будут большие проблемы. Но, не знаю, в принципе, я... Рискну, наверное, сейчас все-таки пойти, потому что я не вижу никаких мобов. Одна овца только, но это как бы ничего. Короче, опять пещеру нашел, блин, вот прям буквально здесь. И уже, кстати, темнеет. Вот пауки, видите, да? Но я туда не пойду, что-то там совсем стрёмно, если честно. Я сделаю вот таким вот образом. Сейчас, наверное, сделаю вот так.
сделаю сок 4 факела, в принципе, почему бы и нет. И, наверное, пора отсюда валить, блин. Правда, нету почему-то животных. Так, ладно, все, пора все-таки спускаться. Так, 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 опа, опа, блин, тут очень, конечно, опасно. Так, вот таким вот образом сейчас я освещу это место. И мы будем сейчас постепенно спускаться, да, потому что все-таки это самое интересное. Наконец-то туда спуститься, посмотреть, что за ресурсы, посмотреть новые биомы. Так, сразу скажу то, что новые биомы я видел, но все равно как бы я их так, типа, в снапшотах смотрел и так далее. Здесь немножечко вот на 1.18, ну как бы это такое, это как бы просто... Понятно, что я знаю, какие там предметы добавились, но как бы... все равно я мог что-то забыть, все равно как бы это... Я думаю, меня будет удивлять все равно эта красота. Да, так, ну пока что, в принципе, меня удивляет только то, что очень странный спуск, очень жесткий спуск, да, прям сразу такой вниз, прям такая расщелина. И у нас, походу, вообще в самый-самый низ прям идет пещера. Давайте печь сюда поставим. Сразу же пусть сделается железо. И мы, по-моему, сейчас даже можем сразу железную броню сделать. Конечно, к этому жизнь меня не готовила. То, что можно сделать сразу железную броню прямо в начале выживания. Так, еще уголь. Ну, короче, вообще тут просто развилок просто миллиард. Просто уже не знаю, куда идти. Реально, пещеры стали явно интереснее, но... Я все-таки хочу кое-что сказать про то, что они как бы вроде стали интереснее, но с другой стороны, я особо не вижу смысла спускаться в них. То есть, я бы мог начать по-другому выживание, по сути, без этих пещер. Спокойно, да. Но, видите, я это начинаю только потому, что обновление, все-таки хочется посмотреть, какое оно, да. Твою мать! Твою мать! Что? Скелет наркоман! Ты что так... Ты откуда спрыгнул-то? Оттуда, что ли? Охренеть! Ладно, так, все, зашибись. У меня что, у меня шапка? Наверное, я сейчас нагрудник сделаю таким вот образом. Блин, реально немного стрёмно даже, если честно. Короче, можно сказать, что я почти готов, но единственное то, что я без еды совсем. То есть у меня даже ни плоти, ничего нету. И надо что-то с этим будет сейчас сделать, но я думаю, что зомби будут точно попадаться. Подождите. А, это уже все, это уже 7-я высота. Мы сейчас вообще вглубь отправимся. Прикольно, реально прикольно то, что мы сейчас прям сразу в первой серии отправимся на максимальную просто глубину, возможно. Что я бы еще бы хотел бы сделать, а в принципе только штаны и уже все забрать и отправиться, собственно, вниз, да. Но это пока что просто обычные пещеры, это вроде без биомов, вот этих новых, да. Есть эти пышные пещеры, да, вроде как, и еще какие-то пещеры. Кастровые, что ли, называются, если не ошибаюсь, или что-то такое, да. Ну что ж, пришло время спускаться в эти новые пещеры. У меня вообще, если честно, такое чувство, будто я в моды какие-то играю. Ну да ладно. Ой-ой-ой, крипер-крипер. Тихо, тихо. Так, ну давай, взрывай, в принципе, у меня щит. Мне не страшно. А вот и, в принципе, еда пришла. Вот и еда. Спасибо. Так, стоп-стоп-стоп. Стоп, скелет. Я скелета слышу! Где он? А, вижу. Ломай зомби, зомби. Ломай зомби. Так, ублюдок. Скелет. Мы есть, все. Зомби. А, дали. Отлично. Блин, придется плотью питаться. Ну, тоже еда, ладно, не страшно. Высота у нас минус 27 уже. Офигеть можно. Так, ну ладно. Ладно, тут уже, видите, много золота спавнится. В принципе, тоже неплохо. Так, зомби. Да, зомби, умри, до свидания. Все, отлично. Так, все, погнали вниз. Да, где? Блин, монстров, конечно, много. Где? Ага. Давай. Так, сейчас тебя топором херану. Давай, опа. Все, да, зашибись. Так, высота. Твою мать, да что вас так много-то? Блин, хардкорно? 3 зомби сразу, охренеть. Прям хардкор, жесть. Ладно, так, до свидания. До свидания. Все, есть. Ну, кстати, плоти почему-то меньше стало выпадать. Блин, не хочу. Давай. Так, есть. Все, отлично. Блин, жестко, я не хочу здесь помереть. Просто темень такая, что я вообще не понимаю, что здесь происходит. Да. Я думаю, что вы тоже. Так, где? Да где опять? Где? Да я не вижу его. Он меня видит, а я его не... А, вижу. Вижу. Мьи. Тихо. Так, а мьи, все есть. Вообще ни черта не вижу, если честно, вообще. Так, а собственно здесь ничего и нету. Как оказалось, я думаю, здесь какие-то руды, ресурсы будут. Но, кстати, смотрите, пещера есть. Правда, она с водой.
Ага, и два зомбака, ну здрасте. И крипуля, пуля, пуля, до свидания, бум, делай, отлично. Так, зомби придется убить, потому что это еда, собственно, хоть какая-то. Так, я нашел редстоун. Короче, очень много развилок, просто очень. И прям, ну не знаешь уже просто куда пойти. Так, крипер, крипер, да нет, не надо. Факел не ломай мой. Так, и что же будем делать дальше? А дальше мы будем пытаться выжить, потому что меня атакуют зомби. Ну, пока что живем, в принципе, все нормально. Плоть, 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 забиваю, плоти вроде хватает. Короче, нормально пока все. Надо найти алмазы, я прям хочу сегодня найти алмазы. Я скажу честно, я ожидал от этого обновления больше. Я ожидал, что Воздим 18 добавит, может быть, больше рут. Может быть, какие-то постройки в пещеры. Потому что, по сути, пещеры все равно пустые. То есть, да, станет сейчас какое-то время, может быть, интереснее играть. Но я думаю, что это не сильно надолго. Потому что просто другого цвета камня, туф. Это же туф, да? Вот эта фигня тоже туф, да? Просто два новых блока, по сути, добавили, и все. Вот и на этом все. Ну и новая генерация. Я как бы не говорю, что она плохая, но не хватает, наверное, каких-то все-таки данжей новых. Но, в принципе, потому что это же все-таки обновление пещер. Старые данжи остались, а почему-то новых нету. Вам не кажется это очень странным, да? Так, я решил выбираться. У меня, кстати, факела кончились уже. Так, факела кончились. Сейчас надо сделать парочку таким вот образом. Потому что что-то я за этим вообще не слежу. Так, все. Что-то вообще... Да ладно. Пышные пещеры, ребята, я нашел, походу. Я нашел пышные пещеры. Охренеть. Охренеть. Я алмаз нашел. Прекрасно. Какая высота? 38-я. Офигеть. Я алмаз нашел. Целый один. Это победа. Победа, ребят, я нашел алмаз, я смог. Я просто смог. Так, ой-ой-ой-ой-ой, крипуля, пуля, пуля. До свидания, две крипули, это сила. Так, давай-давай-давай, бум. Твою мать! Ты что, скелет, дурак, что ли, совсем? Я чуть не помех из-за тебя. Он, ты, это что сейчас было? Охренеть, вы это сейчас видели, да? То есть он взял скиллой крипера, назад оттолкнул, и он меня чуть не... Еще алмаз? Охренеть. Ладно, фиг с ним, с этим крипером. Спасибо, как говорится, да? Может быть, я бы сюда бы даже не посмотрел бы. И плюс алмаз, прикольно. Да, походу, на этом, правда, все. Может быть, мы даже сможем кирку сделать. Алмазов, походу, явно меньше стало, потому что, видите, по одной штучке спавнится. Раньше всегда там по 8, по 4, по 10, блин. А сейчас, видите, нет. Сейчас стало жестче. Походу, я умру, потому что у меня еды совсем нету. Надо, короче, держаться до конца. Надо держаться до конца. Я уже нашел пышные пещеры, я не должен умереть. Так, редстоуна мне, наверное, столько вообще не надо. Поэтому пока добывать не буду. Так, ничего опять не вижу, очень темно. Конечно, это, наверное, какая-то особенность этих пещер. То, что они действительно темные, стрёмные. Так, зомби, зомби, зомби. Зомби, вижу, вижу, вижу. Зомби. Так, зомби. Крипер, пуля. Две пули, три пули. Три пули, три пули. Три, четыре, что ли? Вы что, сумасшедшие, что ли? Что за хардкорные пещеры? До свидания. До свидания. До свидания. Все, 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 не надо. Так, минус один. Минус два. Все, живем, ребят, живем. С четырьмя сердечками, но живем. Уже меньше. Уже меньше. Еще крипер, еще, еще, еще. Еще крипуля. До свидания. Так, все, есть. Живем. Живу. Да, я пока жив. Блин, надо держаться. Я не хочу умереть сразу прям. Потому что я нашел уже два алмаза, нашел кучу ресурсов. Я еще без еды каким-то образом. Ребят, я, кстати, походу нашел еду. Это же еда! Это еда. Да, ребят, это еда. Сладкие ягоды, это еда. Или это не сладкие? А, это ягоды, которые светятся. Зашибись. Отлично, просто отлично у нас все, ребят, сегодня получается. Очень круто, да. Я, короче, это самое. Я... Это выход? Какая высота? Нулевая. Нифига себе. Короче, я заберу эти азалии немножечко. Это азалия, если что, называется. Вот это новое растение. Цветущая залазия. Чего? Ладно, я, ребят, сегодня максимально странно комментирую, я уже несколько дублей, если что, сделал, да, в разных мирах, блин. Я, конечно, извиняюсь, то, что я начал выживать, по сути, не в том мире, в котором мог бы начать выживать, но
Ну ладно, ну что есть, то есть, как бы, да. Так, золото нашел еще. Золото я беру, может быть, я сделаю золотые яблоки в будущем, может быть, что-нибудь еще интересное. Ну, в любом случае, я думаю, оно нам пригодится. Так, железо я уже добывать, наверное, не буду. У меня 5 всего, правда, ну ладно. Короче, цель выполнена в этой серии. У нас просто охрененные нашли пещеры. Нашли, найдем, наверное, выход. По-моему, мы еще не нашли выход. Я думаю, мы найдем выход. Вот там, наверное, выход все-таки. Что-то мне кажется, что там выход, да. Так, отлично, зомбятина, зомбятина, до свидания. Опа, все. Что-то картофель даже выпал, нифига себе. Нет, в этой серии мне явно везет. Я еще даже не умер. Я уже думал, я умру 10 раз. Но нет. Зато у нас еще железо уже попадается. Ну, как бы... Ой, крипер, крипер, крипер. Блин, очень на самом деле стрёмно то, что может бабахнуть, как бы... Я буду не защищен щитом, и все, и как бы конец. Да, мне это уже будет вообще, блин... Твою мать. Твою мать. Ребят, я сейчас чуть, правда, не сдох опять. Охренеть. Хардкорные пещеры какие-то вообще. Я на это не подписывался. Я думал, здесь типа 3 зомби максимум там, да? Все за всю серию. Ой, эндермен. Эндерменов, кстати, очень давно не видел. Наверное, на этом серию заканчивать или уже закончить. Я думаю, может быть, уже закончить. В принципе, у нас вроде живем. Вроде живем. Поэтому почему бы и нет. Так, чтобы... Не, я, наверное, все-таки больше не буду добывать редстоун. Я думаю, что для первой серии это очень-очень крутое начало. Вообще то, что у нас уже алмазы появились. Вообще все, в принципе, достаточно неплохо складывается, но... Оу, нашел опять этот биом, смотрите. С новым цветочком. Да, вот он, все. Спороцвет, зашибись. Четкий цветок, наверное. Так, тихо. Тихо, мы нашли, походу, еще шахту. Короче, пещеры на пещере. Нихера себе. Охренеть. Вот это да. Просто, блин, решил спуститься. Думал, шахта какая-то мелкая называется. Ага. Короче, все, пора заканчивать эту серию немного странную. Но все-таки, что есть, то есть. Высота какая? Высота 18. В принципе, можно отсюда уже выбираться. Я думаю, по этой дороге, если мы пойдем по этой, то, в принципе, все будет достаточно неплохо. А вот, в принципе, и огромнейшая шахта, в которой мы, наверное, в следующей серии будем путешествовать. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам серия понравилась. Короче, вот. Интересная серия. Вот, смотрите, оттуда еще может кто-то спрыгнуть сейчас. Все. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока-пока.